Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Уже давно мы не баловали вас новостями из экотехнопарка, поэтому сегодня, можно сказать, праздничный солнечный день. И нашим сегодняшним собеседником является Геннадий Николаевич Зубилевич, который руководит испытаниями Юнитрака. Добрый день, Геннадий Николаевич. Расскажите подробнее о вашей должности и что здесь сегодня происходит. Добрый день. Я являюсь ведущим инженером управления испытаний сертификации стандартизации. Сегодня в экотехнопарке мы проводим испытания транспортного средства Юнитрак U431. Испытывается данное транспортное средство на соответствие одному из показателей безопасности, обязательному показателю безопасности, такому как уровень внешнего шума. Испытания мы проводим на полужесткой путевой структуре. При движении транспортного средства по установленной программе методики 50 км в час. Замеры проводим с правой и с левой стороны по ходу движения данного транспортного средства. Данные испытания нам позволят получить значение уровня внешнего шума и оценить их на соответствие установленным нормативным документам. Данные испытания проводятся в рамках комплексной проверки данного транспортного средства при приемозадочных испытаниях. Согласно методике, на каком расстоянии от путевой структуры должны проводиться измерения? Значит, замеры мы проводим на расстоянии 7,5 метров, как я уже повторю, справа и слева от движения транспортного средства. Вот как раз мы видим, за нами едет Юнитрак. Ну и, по-моему, уровень шума достаточно приемлемый, то есть негромко он едет. Как ваши данные, я понимаю, не предварительные, говорят о том, насколько мы соответствуем предъявляемым требованиям к этому транспортному средству? Вы знаете, уровень внешнего шума достаточно низкий у данного транспортного средства. Мы вполне соответствуем всем нормативным документам, разработанным и утвержденным программным методикам, по которым мы принимаем и оцениваем соответствие данного транспортного средства. Он проходит по внешнему шуму с большим запасом. Хотелось бы сказать, что эти испытания, проводимые в рамках приемозадочных испытаний, предшествуют окончательной приемке данного транспортного средства и позволят Юнитрак U431 предъявить на сертификационные испытания. Спасибо вам большое. Не смею дольше задерживать. У вас важная работа. Благодарю за компанию. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и в вашей жизни все будет в движении, вовремя и соответствовать тому, чему нужно. Строй SkyWay! Спасай планету!